194 крафта. Ты давай нам там наиграй что-нибудь такое боевое, блядь, чтобы мы трэш били по музону. Ну я тебе ссылку отдам, пока они там досумонят меня, пока там то, что себе больше. Да, нет, до талого сидим, я на аукцион сразу выставлю половину. Слышишь, Пристена, давай. Наебни там что-нибудь, Высоцкого давай, наебни. Ну кинь обмен. Я трансмогнулся. Да ладно, потом все сразу. Какие смоков, как все равно больше одного обмена. Какие здесь там лает на улице, я сейчас не могу. Ну давай сотку хотя бы или полторы. Я согласен на сотку. Похуй на эту улицу. Давай, бринчи, начинай. 300, да. А то вот эти их неаукционные, блядь, торги там слушать заебало. Продам хаспот. Ебать. Что это за хуета, блядь? А вы не хотите у меня купить на аукционе моё, все равно, пидорасы. Ой. Куда он полетел? Блядь, да, дерево. Догоняй его. Я эту в погоню пускаю. Я тоже. Какую песню? Сука. Какую песню знаешь? Сначала yes, мусорный сука. Ветер у Павел Пламени припевку. Тем на цитадели. Смотрите, цитадель кончи, знаешь. Высоцкого, у Высоцкого, что знаешь? Блять, он не знает, кто такой Высоцкий. Я знаю, папа в машину врубает. Так что, знаешь, как бы. Блять, выключить эту задницу, ебану. Хорош, здесь погнали трэш бить. Там слишком дохуя бары. Там слишком много бары. И у него там весь не музыка решается голосом. Более в упор идет. Короче, голосом, давай, учи Высоцкого, будем потом нахуй устраивать конкурс. Это, как он называется-то? Караоке, нахуй. А еще Цоя знаю. Какую знаешь Цоя? Ну, самую простую, которую я играю, нас в школе там учили. Звезда по имени крови? Ага. Звезда по имени Цоя. Это немножко не Высоцкий. Он не говорит Цой. Я сказал, Цой. Цой не Высоцкий, ну тоже пойдет. Не Высоцкий, но Цой. Это его младший брат. Адель? По младшей сестре получается. Так иди, по бабушке, мне, правильно понял? Давай работай, нет. Сфера обезьяны, продам. Продам сфера обезьяны, 100 голд. Потом, Андрей, что-нибудь сделаем. Да я потихоньку доделываю. Всяко, ты смотришь на это дефиле или нет? А я как-то усопку утащил сзади, блядь. Какой еще я филе, пошел. Блядь? Пошел до туху. А сам, кстати, хожу как дал. Мне кажется, ли у мобов меньше здесь хп, чем в обычке? Ну, он быстрее умирает. Они просто такие же, как в обычке. А может мы в обычке? Не дает дойти, нахуй. Нет, черепочек видишь, он как-то? Я не вижу. А, вижу. Я знаю, это тактика с X4 швепс. Не бить, чтобы не сказать, что ты у ДПС. А куда духи летят? Куда духи летят? Они устремились. Я заплатил 1200 голды последний. Куда еще? Трансмог. Сколько? За эту шапку в срату? Да ты ёбнулся. Не только шапку. Еще свитер. Теплый. У меня этот свитер вообще... Хочешь, я тебе подберу нормальный топик, ебать, чтобы твои дойки было видно. Пиздец. Нужен стилист, слушай. Нужен стилист, ну ничего. Я тебе расскажу, как надо. Мой стилист, стилист, твоего стилист. Да-да-да-да-да-да-да. Ты все правильно понял, блядь. Какой же пандерен, ёбарь, просто пиздец. Здрасте, блядь. А то как-то не гоже, швепчик. Ай, минус 3 хила, дайте поверьте хоть что ли. Ну, Нурлухов, стоп, этого ресю. Нон лух. У меня горн обновил по нему. Так, я дойду, успею дойти до лобоза. Тухлопус успеет до тебя дойти. Я пошел. Пока. Блять, она шатается, сука. А че ты пандареном стал? Ну что это топ-раса, блядь. Главное, чтоб не синдереем. Чё, я тебе крит вообще-то даю.
Это топовые расы. Мне кажется, мы в 22 убьем нахуй боссов этих. Ну вы и пидоры, конечно. Когда-нибудь не будет у вас моего 1% крита. Ты наш друг, мы тебя все равно любим, забей. Даже если ты синдарей. Да, не... даже с учетом того, что ты синдарей. Ах вы суть. Едят, едят меня, сука, сова нет, лежит. Нет, не едят, не едят, все. Ебать. Ты видел, как я распластался, блядь? Вот были бы эти духи поменьше, Швепс, типа, они были бы красивенькие. А так они несуразные, на мой взгляд. Разные? Слушай, несуразные. Они слишком большие, типа, ну, уродская анимация от этого. Ну, они, знаешь, что еще прикольно? Если, типа, босс большой, они летят как паровоз, типа, прям до него, ну, прям в ебаль. Это у меня прикольно. Просто летающие квадратики, я вообще без разницы. Были бы они вот, ну, поменьше, а то они какие-то слишком огромные, это как-то кринжово смотрится, да, это некрасиво, вообще неуёбски. То есть шапка тебе не нравится? Нет, шапка ТТГ, что ли? Пиздец. Как эту музыку выключить? Деревья вставил. Я залутал сегодня эту малышку. Сейчас буду в ней депосить. Я фулсет, кстати, такой собрал. Да, он, по-моему, вообще тупой какой-то. Ну, такой, не тканевый. Он такой вообще, нет, я имею в виду проки. Я имею в виду... А, ты об этом? Андрей, она чисто пьет, ходит и пьет пиво. Кто, люлька? Кто? Нет. Бондарен шел бы. Блин, зачем вы там спулили далеко, долго идти? Как выключить ебаное радио, блять, в рейде? Радио играет? Радио в рейде, выйти из рейда. А, диджей, короче, в канале. ПКМ на него и отключить звук, все. А попугай. Кто бы в канале диджей? Кто это? Сюда закидывается, слава богу, он замучен. Ничего не знаю, попугай топ. Попугай самый лучший вообще-то. Это ваш мотив. Он вот тот самый топ DPS, который существует в этом мире. Этот попугай кабину каждому снесет. У него ногти орла. Или когти, не знаю, как назвать. И глаз. Там не попугай, нахуй твой, блядь. А чулбана умрет, нахуй. Включить бота? А, нет, я уже проверял, не умрет. О! Я его пиздец как люблю. Аж БДСМ с ним устраиваешь? Нет. Фонарь, блядь, выпускаю из-под стола, блядь, кункуна. Его нету. А как вы... Как это так? Нет. Я пока жуков почищу. Пожалуйста. О, спасибо. Так, да, сколько там хп? Я сразу скажу, убьем или нет? Да, убьем. 107 лямов, заебись. Я еще не доделал. Да, сейчас там берса 3 минуты, нахуй. А я в соло осилю? Интересно. Ты в соло... Нет. Ты будешь соло танчить, с баблом стаки скинешь просто. Да, я так и хотел предложить. Да, дармич, ты, блин, будешь. ДПС чек. Ответь мне в ПМ, панель. Мне кажется, там вторая ядка гнить будет, кто там будет. А чё, Ваку с вами идёт? Да. Похоже, что то. Много кого не пришло, видимо. Твой звездный час, Ваку. Ладно, сейчас буду жечь. Да. Чем разница между героиком и обычкой? Идем миллион DPS. Пельмень летит и все. Или два пельмени, не помню. Вроде два. Куда, босс или с балкона? С балкона. Ну, там где проф, нахуй. Он балкончик, да, туда же летит. Справа налево лететь будут парни. Пельмени летят вроде, да? Да. Чего? По-моему, два нахуй. Ну, может, и один, я не помню. Ну, там под ногами будет зеленая лужа такая, слизи маленькая появляться. Вы тут в эту хуйню, где маленькая зеленая лужа, туда будет лететь пельмень. И так.
Сперва лужа, потом пельмень. Да. Я понял, фонарь, ладно, забей. Пельмень летит секунд 5 примерно. Дабстепсова. Свепсик, а когда ты... Я только сейчас заметил, что ты панды стал. Дед, склоните, пожалуйста. Реально, шишки, блядь. Где эта шкурка, блядь? Ну чё за хуйня, блядь? Шконка, блядь. Прот. Пока что так пойдем. Смотри, как она танцует, Беба. Смотри, прям под бит. Нихуя себе единорог. Батя чуть замолк такой. Скакун бастиона, ебать, он красивый. Где? Скакун бастиона маунт называется. Белого цвета. Линканите. Ну за посмотри сам в коллекции. Скакун бастиона. Буквально бью его и я свалю. Так. Коллекции. А куда крутить? И опять попадает. Обновить или что надо? Откуда это за донат? А, во, вижу. Хуйня какая-то, ебать. Нихуя, нихуя, нормально. С козлиной ебать. Бородкой, блядь. Ебать. Рог какой-то некрасивый. Это тоже невозможно. Не, он в книжке, он. Что ты хочешь, фонарь? Подожди. По фласку. Фонарь. Не, нет. Ну кого мы так вот. У кого есть? О, иди-ка, я знаю, у тебя есть. Опять всяк, я тебя возьму, пупсик. Мы, кстати, под ДД. На все РТ возьму сразу. Под ДД фласками будем, блядь. Ой, Льюис, спасибо. Кого фласками? Раздают уже? Сейчас, подождите. Не кидайте трейд, пожалуйста. Я скажу, киньте потом. Дермиш, держи, я сам тебе кину. Откуда он, Андрей, ты в курсе? Ты создаешь, напиши, пожалуйста. Это за прошлый БП. За... В смысле, за прошлый БП? За какой-то из. Да? Блядь, вам мне он понравился. Кидайте АП, СПД, вот стоит хант отдельно. Тоже можете кидать. Смотри, как она бит попадает. Опять всех. Коль, такой отборный кал играл, что я весь этот бит выключил к херам собачьим. Не знаю, может, сейчас что-то изменилось, но включаться не хочу. Знаете еще. И то, типа, все дам. А, тут еще где-то фикрам, блядь. А, понял. Что, ну ждем еще? Андрей. Да возьми ты уже их, алло. Нет, скажи, сколько всего вышло. Я еще не докрафтил. А может мои останутся? Зачем ты мне титанку даешь? У меня есть титанка. А, титанка. Ай, блядь, пизда, нахуй. Сколько вышло, ты мне скажи. Ну вот где-то 600 и вышло. Вот я сейчас крафчу. Мои, которые были. Ну, а тебе? Типа за работу? Я сейчас скажу точно. Если хватит или еще дать? Я хуею, блядь. А с алхимики да, есть да. Сейчас? Что надо, масло какое, скажи? Владыка алхимик. Нет. Дайте масло. Для с ценами на флажки, нахуй, блядь, и с нашим нихуя не получением ГБ, нахуй, скоро будете вообще нахуй флажки свои носить. Какое масло тебе надо? Да. Ну, они очень быстро расходуются фласки. Само все. Улетают просто. Фласки расходуются пиздец, а денег вообще нихуя не приносит. Я вот только вчера было две строчки СПД почти. Без одной. Без одного квадратика. Это я сейчас просто одним стаком взял. Сейчас выложу, как разберут все, а то не заебали. Я не успеваю делить, блядь, столько, Андрей. Все равно расходится очень быстро.
Извините, перебью. А чё, кто логи-то писать умеет? Нет, Софы еще? Пропустили Сирусята. Чего? Не такие логи? Модель. А, тебе масло? Я сейчас рыбку поставлю. Ну, это пиздец, конечно. Типа, мы свои логи увидеть не сможем с помощью этой базы. Я поняла. Так, короче, все, давайте рыбу ставлю. Масло, хуясло там чарти и так далее. По боссу все как в обычке, только отличие, ебаль, летят пельмени. Либо один, либо два, я точно не помню. Смысл в чем? Вот вы стоите, к примеру, здесь сейчас прыгаю, да? Под ногами будет появляться зелененькая такая лужинка, да? Маленькая. Ну, вот примерно как мой пед, который рядом стоит. Просто с этой зеленой лужи выходите. Чтоб вам пельмень не разбил ебало. Пельмень работает так же, как и на профе. Таким же макаром. Дальше. По 3 стака здесь ловим. Этой хуйни. По хилам получается. Рид будет стоять в печеньке. Юля будет стоять в кресте. Все. Остальные милики, вас немного. Вы начинаете бить в левую лапу все дружно. Если пельмень летит, соответственно, перебегаете на правую. Пельмень летит на правую, перебегаете на левую. Вам так проще всего. Лучше не стойте размазанно, а все под одной лапой. Потому что будете ловить пока для пельмени. Кирилл, они что? Также могут в деф уходить. Да. Что? Кто там что спрашивал? Я спрашивал. Мы на XT, помнишь, сначала сносили все три эти в одну точку. Здесь так не выйдет, да? Вайпанемся. Не, пизду, нахуй. Посмотрим. Это еще вопрос. Кто-нибудь помнит? Вот пельмень, который летит, он именно наносит урон только в самую лужу. Он не уешит, да? Что? Нет, не уешит. Там раньше у взрыва, блядь, 6 метров или 7, что-то 6, такое. Окей. Не, типа, просто из пельмени выходишь или прям отбегать от него надо солидно? Отбегать от него надо. Ну, 6 метров вроде. Что? Те споры в крест, в печеньку, да, сносят? Да. Все, да так остальные все рассосались. Давай, что ты, Нель? Поехали. Да, все сносим. Первый, второй, третий. 3, 2, 1. Берса 5 минут. Похоже, мы можем обосраться. И рейндж держите, чтоб не заболевали. Смотрите сами под пельменями. Здесь я вам ничем не помогу. Сами выходите с лужки. Чарми. Чарми, отойди. Или кто это? Паку был. Да я был. Да. Споры, печенька, крест. Я бы на крест будет. ФПС нету нихуя, блядь. Пиздец. Пельмени. Один летит. Ну кто там стоит АФК на похуй, Спейси? Ну блять, вот я не знаю, ну вы ебаные подпивасники, я больше другого ничего слова не могу сказать. Миль-пель-миль. Милики. Споры. Сейчас пельмень полетит. Крест летит. Пельмень крест. Крест вернись. РДД пельмень. Ренжу ты тоже блядь. Держите. Долбоёб, кильте меня, блайнд. Споры. Мили вынесите, блядь, кто-нибудь. Прокильте? Печеньку.
Разошлись. Фонарь сокру под ветку гниль дальше. Угу. Нажимай. Да. Ой, держи нах. Пивка нах. Сбросил споры. Стати. Охуенно, споры кидаются. Юля, Мелизон, подбеги. Блядь, с печеньки ушел. Кто-то. Мили. Мили, перепил. Споры. Дермич в крест. Раньше набрали. Массакрат катюсь. Блять, у кого это там, блять, шум нахуй? Сейчас, блять, замучу нахуй навсегда, заебало уже уши дают. Какой шум? Прожимки, давайте сейчас рыбку. Массакру сдал. Я понял вас. Идите реально пивко нахуй попейте. Блять, было 3 стака, о чем ты говоришь вообще? Я сейчас лопну. 3 тысячи все равно. Восьмой стак уже. Бабла нет. Да там берсан есть, нет. Мы же ничего не сносим больше? Мы даже тут упираемся, нахуй, потому что, блядь, челы нахуй по 12 кдпс дают, нахуй. Идите, блядь, в РБК, нахуй, долбоёбы, нахуй вообще плюсуете, блядь. Конченые, нахуй. Нахуй вообще в целка приходите такие, блядь. И вы себе нихуя не поменяете с ДПСом своим, нахуй. Будете сидеть, сука, на ебаном. Тьфу ты, блядь. Точнее, не сидеть, я вас нахуй кикну просто, блядь. Пришли они нахуй в целка 12к ДПС давать. В гер, блядь. Пивка, нахуй, идите, ёбните, блядь. На экзекут подадим геру. И пельмени нахуй еще ловят, блядь. И доказывает мне, блядь, 3 стака, нахуй, под сокрой он умирает, блядь. Либо тебя заблевали, нахуй, либо ты просто, блядь, не набрал, нахуй, 3 стака, блядь. Едкая гниль 34700. Значит, на тебе не было 3 стака. Я посмотрю под каждый токен, ну, под каждый... А ладно, что доказывающий будет. Я под 2 выжил, и все нормально. Короче, смотрите, вы когда лутаете пельмени, если кто-то не шарит, вам вешается кик. Вы там секунд 10 или сколько не можете ДПСить вообще. У нас и так нет ДПСа. Да, пельмени лутал? Ну, лутали. Прям за спиной лутали, меня залутал лутали. Кто-то. Ребят, можно слово своих 5 копеек брякнуть? Просто наведите камеру на процессора, который стоит на... балконе, и вы будете видеть, куда летит пельмень. На земле, блядь, точка есть зеленая. Зачем тебе профессор? Точку никто не отследит, потому что все смотрят либо в пичкометр, либо, блядь, твои клавиши. А вот просто профессора заметить, когда он бросает пельмень, и хоть примерно, куда он летит, это лучше. Хуй его знает. А мне так лужа на земле поярче. Ну, попробуйте, кто кому. Ну, когда он блюет желтым на землю, то, возможно, профессор лучше видит.
Ну же мелихосты нет еще, блять. Я могу во фрица спекнуться, то на анхолика не будет. Не-не-не. Анхолик зачем, если есть товар? Потому что я анхолик. Он шипешком еще бафует. Нахуй. Че, вы по мане там не садитесь? Не выкупаю, просто. Хилы, нормально все по мане у вас? Ну, я точно нет. У меня все нормально. Просто я этот продолжаю традицию. Ладно, в ДД какого-то спикнусь. Один мейнбласт юзаю. По мане не садились. Ну не, мне хребет сносит. Правильно? У кого из хилов адекватный спик ДД есть? А наверное ни у кого нахуй из этих. Ну он престы напишет, есть шп. Какой он тебе шп? Ну 4. Тоже на 9 вон, 10к дпс-а. Помолите, пожалуйста. Потому что сейчас 4, я малым играю с крести, вот да. Ну похуй, спекайся. Так смоните меня, там шмот в банке лежит. Я вас нахуй кикну, блядь. Вот отвечаю нахуй. Кто, блядь, в ближайшее время не поменяет свой ДПС? Вот эти вот 12к нахуй. Будете нахуй показывать с пугами нахуй там в целка, блядь. В обычке нахуй. Ебал я в рот, я лучше в 20 нахуй похожу человек, пока не найду кого-то. Чем нахуй в вагоне долбоебов нахуй. Чел просто вступил в гильдию, стали плюсануть на РТ, он плюсанул. И такой хейт. Он хотел просто одеть.